Я только что был в Даркруме, у меня PTSD от этого. Кошмар. PTSD — это этот самый ученая степень. Да, PTSD — это ученая степень по психологическим проблемам. Модель. СКС. О, я тебя увидел. Я вижу тебя. Наконец-то ты меня... Неплохо. Not bad kid. Попал? Очень плохо, хорошо попал. Знаешь что? Знаешь что? Знаешь что? Готов? Все. Что? Погибаю, где ты? Я вообще не понимаю. У них на shift, короче, когда ты прицеливаешься, можно задерживать дыхание. Я понял, кажется. Что, кстати, количество фраг-гранат пишется, если что. Короче, мне кажется, что базу чем-то прокачали, потому что я не помню, что она была такой именно. А, добавили пушек, которые здесь никогда не было. No scope. Ой, no scope. Quake scope. Quake. Quake scope. Блядь. Мне очень асфальт Quake нравится. Scope. Ладно, я ухожу в позоре. Вау. Ну, ты по мне выстрелил. Так, с правой стороны, я понял. Так, нет, Слушай, ну я умер тут. Это значит, что ты был там. Но тебя там нету. А подожди, тут есть анриловская невидимость? Я просто сейчас посмотрю даже. Я думаю, да. Я что-то такое помню. Слушай, нет, не вижу почему-то. Пошла невидимая. Это типа есть какой-то анекдот. Заходит Рене Декарт в бар. Официант спрашивает, что будете? Он такой, одну кружку пива. А я его спрашиваю, может быть, что-то еще? Не думаю, говорит Рене Декарт, и исчезает. Я знал, куда это идет. В этих домах можно заходить вовнутрь. Конечно, ты там. Естественно, ты там. Я понял, почему тебя не вижу. Вот ты где. Я тебя понял. Сучка, я тебя не вовремя очень запалил. Я увидел твою оранжевую маленькую, да, такую очень. А твою синюю видно по всей карте, между прочим. Снайпер же, кучок, мэйт. Ой, 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 не два, вот все, вот так. Я застрял. Вот это в полете, я тебя снайпер в полете. Че ты со мной тут здороваешься? Ну я... Снайпером не здоровается. Хорошо. Просто... Снайпера получает в голову. Вот так. Так, вот и... Вау! О, что? А где ты? Как ты? Откуда ты? Это секрет снайпера. Секрет профессионала. Больше не секрет. Ты спрятался? Я даже не знаю, могу ли тут ходить. Да, я спрятался. Чего? Это откуда? Ты реально не знаешь, где? Бля, я понял, о чем ты говоришь. Нет, я тебя не вижу. Очень интересно. Ты что, спрыгнул, что ли? Я что-то видел, упало очень активно. Так, там, ну, типа, чтобы вылезти оттуда. Ну, это надо какой-то тайминг ловить, чтобы ты меня не видел. Чтобы ты меня не заметил. Ты эту воду постоянно чекаешь. Ты абсолютно прав, я... Откуда? Это скайбокс реально, что ли? Я фантом. Может, ты реально камуфляж какой-то, непонятно. Возможно. Что тебя вообще не замечает среди всего. Слушай, но по землей ты не можешь в тот дом пройти, так что ты реально тупо там сидишь, походу. Хотя, я тебя понял. Ах ты, сучка, как ты там так спрятался, щетка? Ты вообще ты свою головку не показывал вообще никаким образом. Я, ну, не, погнали, ты меня сейчас быстро найдешь, я уверен. Просто это интересная локация. Сука, я тебя вижу, только я в тебя попасть не успел. А, ты меня увидел? Ладно. Конечно. Хорошо. Серега, что это?
Ну это моя строительная карьера. Кстати, смотри, обрати внимание. Уху! Ну, как он есть. Падает с лазером включенным. О, нифига себе, он включенный. Слушай, я могу меня так убить? Прикольно. Где? Не, она просто указывает. Ну ладно.